что называется, что это за понятие «быть преданным городом, городу своей стране, миру». Что значит «быть преданным»? Преданный — это называется относить с собой все эти части, которые кажется, что не принадлежат тебе, и между тобой и ими есть эгоистическое желание, большое желание во всех его видах, меня не волнует, я хочу заработать на них, кто важнее, я или они, кто будет страдать, я или они, и так далее, и так далее. И поскольку между нами есть эта толща, авиют этот, если я этот авиют превращаю в слияние с ними, когда все они вместе, и каждый из них важнее меня, для меня, это называется, что я предан им, как детям, когда я готов отдать все для них.